Ну как, узнал что-нибудь о Сороке? Да где не спрашивал, все до задницы. Вообще никаких слухов, будто и не было его никогда. Эта скотина еще пожалеет, что сбежала. Ничего, потерпи. Доктор сказал, уже через пару дней бегать сможешь. Пока давай отлеживайся, сил набирайся. Пригодятся. Эй, сталкер, к тебе вопрос есть. Что там? Ранение, облучился. Да-да, прощай, прощай. Ну что, есть что-то новое? Давай, давай, не задерживайся. Здорово. Здравствуй. Вот Сидоровичу... Ну, здорово. А у местных цены... Ёлки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар собирать.
вот такое вам как? Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Thank you.
Чеши, чеши! Еще отольется тебе за такое с товарищем обращение. Завалю на... Thank you.
Здравствуй, сталкер. Как говорится... Все, завязывай. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Тихо, пацаны! Не ссы! Мы же это... Мы же бригада, ёпт! Внимание! Не расходиться! Ждем! Ну что, подождем еще для гарантии! Всем спасибо, все свободны. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Ёлы-палы, ну надо же, вчера Припять видел, вот так вот, своими глазами. Сказал бы кто месяц назад, ни за что б не поверил. Пожрать бы чего хорошего, так ведь нету. Ну, где ты заныкался?
артефактами тут, конечно, пожирнее будет. Только вот Сидоровичу нести далековато. А у местных цены... Ёлки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар собирать. Закопаем вас, сучьё! Пожрать бы чего хорошего, так ведь нету. Так, балабонь быстрее, что надо? Как говорится, добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола. В натуре уже все. Понты еще в Краевске. Мы типа сталкеры, мы крутые. Ну и какого мы сюда приперлись? Бугру типа виднее. Но у меня лучше пацанов спросить. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Да что ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. Стоят типа таких два конкретных лоха-сталкера на свалке. Один у другого типа спрашивает. Слышишь, а я что-то не понял. Мы им бабло дали? Дали. А что эти пацаны куда-то слиняли и не танцуют? Блядь, ну ты дятел, я тебе уже 100 раз говорил. Гопак и гоп-стоп, это по-любому не одна и та же шняга. Иди, иди, нечего тебе тут делать.
все. Понты еще эти фраерские. Мы типа сталкеры, мы крутые. На, братва, а вот что я еще слышу? Перетирают два кровососа. Один другому такой: ты, короче, как на сталкеров охотишься? Тот ему: ну, короче, замечаю сталкера. Потом вокруг него такой большой круг делаю. Через 5 минут маленький. И только еще через 5 минут нападаю. А первый так: тю, я что-то не догнал. А в чем вообще прикол, кореш? Нафига ты эти круги? Типа ж по-любому можно сразу мяска захавать. А второй такой: типа, не, брателло, ты тему не сечешь. Наехать сразу можно, не вопрос. Только тогда придется его с говном хавать. Ну ты дал, чертыла, бля, в натуре. А я отвечаю. Какого я сюда полез? Скачковал бы себе по-старому на районе и все. Сейчас проверим, чисто помнят руки лабуха или не помнят. Не, ну пацаны, подождите, я чисто не понял, это типа музыка была? Да мы дал я такую музыку! Надо бы того пидорка гнойного приложить получше, чтоб лишнего потом не вякнуть. И там ли в народу вокруг в натуре хрен сныкаешься, если шо? Ну чё, пацаны, типа анекдот. Заходит как-то братан в бар на Скадовске, говорит бороде: слышишь, браток, бухла мне плесни. Борода ему: бокал пива или рюмку водки? Тут: ну ёб, в натуре, конечно, бокал водки. Ха-ха-ха-ха! Не, ну ты чисто комик, ну ты вообще... Нету жизни, блин. Нигде нет. Мать, блин, ты ж манай. Тут салапоны гоняют. Волына — это, конечно, хорошо. Только бугор как дал, так и отобрать можно. Тихо! Тихо! Значит так. Мать, короче, присылает пацану нормальному на кичу маляву. Типа: сынок, ты как накрытую пошел, по хозяйству жопа полная. Весна уже пришла, надо огород там перекопать, картошку и другую муйню посадить. Сама нифига не справляюсь, а ни одна сука голимая не поможет. Ну, пацан ей так отписывает: типа, мать, ну и классно, ты огород лучше вообще не трогай, ты так перебесил. А то такое выкопаешь, что не только мне срок накинут, а и тебя накрытую отправят. Матушка такая через неделю пишет: фига себе, родной, после твоего письма менты набежали, весь огород перекопали, только не нашли ни хрена. Злые такие были, маты до неба гнули. А пацан ей так отвечает: ну типа, мать, ну чем смог, помог, а картошку ты уже как-нибудь сама посадишь. Ха-ха-ха-ха-ха! А, чертыла, бля, в натуре чертыла!
Блин, а кармане в натуре голяк. Он больной какой-то попался. Ну, короче. Типа идет шоу где когда, ведущий такой. А ща вопрос будет задавать реальный пацан Вован. Вован появляется на экране, ряха такая. Уважаемые знатоки, значит, 2 месяца назад мой дружбан Колян занял у меня 5 косарей и не отдался. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря и не отдался. Неделю назад он занял всего 1/2, но тоже, сука, гребаная, не отдал. Короче, мля, вопрос. Кто, сука, лежит в черном ящике? Ну ты дал черты вам, мля, в натуре, а я отвечаю. Хоть бы косорылых каких пошмалять, а то скукотища. Тихо, тихо, значит так. Заходит как-то братан в бар на Скадовске, говорит бороде: слышишь, браток, бухла мне плесни, борода ему. Бокал пива или рюмку водки? Тут не ёб в натуре, конечно, бокал водки. Ха-ха-ха-ха-ха! А, чертыла, бля, в натуре чертыла! Как бы я должен этих кольцов. Второй раз я скажу, как на лодке собрались. Ах ты вообще жить, на какие расклады пошли. Сидят, блин, на твои столбаны. Ну чё, пацаны, типа анекдот. Типа идет шоу где когда, ведущий такой. А ща вопрос будет задавать реальный пацан Вован. Вован появляется на экране, ряха такая. Уважаемые знатоки, значит, 2 месяца назад мой дружбан Колян занял у меня 5 косарей и не отдался. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря. Неделю назад он занял всего 1/2, но тоже, сука, гребаная, не отдал. Короче, мля, вопрос. Кто, сука, лежит в черном ящике? Сталкер на дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить, как там, что, все ли в целости. Ну и надо же, сидит кто-то там, шуршит, Йоханы, баба, заманал уже голодным бегать. Зад того, что на дереве сидит, резко между ног. И строго так, дались, падла. Кто такое? Из какой группировки? В ответ, тихо. Ну, сталкер еще сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю. Вот опять молчит. Ну, рассердился, стал. Здравствуй. Залил так, чтоб прям по руке потекло. Слушай, скотина, я сейчас вообще оторву все. Отвечай, кто такой, быстро. А сверху такой хиплый, слабый голос. Контролер я. А какого молчал, сволочь? Так я ж не мой. Ну ты дал черты, бля, в натуре. А я отвечаю. Пацаны куда-то слиняли и не танцуют.